обещала вам почаще выходить в прямые эфиры. Честно говоря, я их не сохраняю. Просто выхожу с вами поболтать. Вот муж тут едет, объелся грушу, как говорится. Блять, когда объелся грушу, это плохо говорит. Да, а Артем всегда говорит, когда я говорю, муж объелся грушу, для меня это не просто какое-то смешное выражение. А он говорит, типа, это типа, когда жена изменяла, да? Так, ну, когда думаешь? Либо гуляла, или еще, блядь. Очень плохое это выражение, нельзя так выражаться. Мы едем покушать. Честно говорю, еще раз повторюсь, эфир не будет сохранять, поэтому если вы хотите поболтать, вы можете со мной здесь остаться. Голос мой лучше не становится, кашель какой-то, как будто из меня демоны вырываются. Прямо изнутри аж такое чувство, что меня сейчас вырвет. Короче... Еще почему-то сегодня голова болит. Ну, голова, может, из-за погоды. У нас обоих болит голова, поэтому у меня сегодня нет особых сторис. Но как-то так. Позавтракали, позанимались английским, вот, порешали дела с проектами, с нашим кофе, с нашими марафонами. Вот, и еще сейчас, возможно, будем готовить новый проект. Да. Но это пока секретики. А, кольца делали сами или брали где-то? Вы про какие кольца? Про обручальные. Про обручальные кольца? У нас совершенно мы обычные кольца. За 7, за 8. Мне кажется, мое кольцо стоит 1007, да, рублей. Нет, да. Мое 1004, наверное, 5. Короче, мы за 15, по-моему, или за 12 купили 12, два кольца. Вот. Гомео Вокс я пью уже второй или третий день. Не знаю, чем он должен помочь. Что-то все равно все то же самое. Вот. И...